Конкурс чтецов, посвященный Великой Победе, это замечательная задумка. Но самое главное, это то, что каждый, кто участвовал в этом конкурсе, получил что-то свое. Кто-то хотел донести мысль автора, кто-то хотел донести свое собственное отношение к этому великому празднику. Но все, кто участвовали, они показали самое главное. Это то, что над всеми странами мира должно всегда быть чистое небо, яркое солнце, и люди всегда должны находить взаимопонимание и взаимоуважение. И хотя сейчас, к сожалению, границы закрыты, но конкурс получил большой резонанс. И наша маленькая страна, наш небольшой город Нарва узнали люди многие, те, кто участвовали в этом конкурсе. Судить конкурс всегда сложно, всегда тяжело. Это труд, потому что не хочется никого обидеть, хочется найти что-то самое ценное, самое главное в любом выступлении. И поэтому приходилось слушать несколько раз подряд даже одни и те же произведения, и одних и тех же ребят, взрослых прослушивать. Но в каждом находилась какая-то своя изюминка. Были работы, которые поразили до глубины души. И можно сказать, что даже сейчас они вспоминаются несколько раз, можно их пересматривать, можно опять к ним обращаться. Они произвели неизгладимое впечатление. И приятно, что многие ребята, которые знают русский язык только так, как язык матери, живущие в разных странах Востока, они показывали не только свои знания русского языка, не только знания литературы, но и ценность Великой Победы, великой для всего мира.